Учителей переучат. Сегодня в ресурсном центре образования Набережных Челнов прошел семинар-совещание. Руководители управления образования и информационно-методических центров Закамского региона из 22 районов обсудили новые стандарты повышения квалификации преподавателей. Мы 60 программ будем презентовать, модульный подход будем презентовать, и мы покажем фрагменты самой системы повышения квалификации, как мы работали, что учитель в результате этого видел. Если бы по старой схеме мы работали, чтобы это было, по новой схеме что? Семинару предшествовала презентация самого ресурсного центра образования. На ней присутствовал и мэр города. Василий Шахразиев оценил классы, в которых челнинские педагоги проходят бесплатный курс повышения квалификации, и выступил перед руководителями из районов республики. Каждый педагог должен работать на максимальную оценку в части и обучения, и в части воспитания своих, в данном случае, уже учеников. А результат сразу будет видно и по отношению, и по труду, и по оценкам.